Хей, hey, okay, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием The Messengers. Я не знаю, как здесь и что. Ладно, знаю что, как и что. Пронесло. Просто пронесло, повезло. Наша главная цель, я не знаю, как мне спуститься туда вниз и помочь нашему чубрику тому. Лаве. У нас и здесь проход. Я тоже туда не знаю, как попасть. Может быть, сейчас я туда могу попасть в этом времени. Хотя, кто его знает, знаете. Можно как это все проверить. Погнали обратно за семечком и за деревом силы вот этим всем. Ты получил астральный так. Старейшина ниндзя знает, что с ним делать. Отлично. Так, в горы мы не пойдем, мы пойдем вниз. Мы пойдем вниз. Но я не помню, как я туда ходил, в каком облике. В этом облике или в каком? Это очень важно. Хотя, чё я тут перепрыгиваю стоять? Можно быстро все это проверить дело. Знаете, если я сейчас лоханусь, вот, будет жестко. Надеюсь, я не лоханусь. Так, что-то мне кажется, что да, я так шел сюда. Что мне лучше вернуться и изменить время. И потом уже сюда снова вернуться. Точно. Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы сейчас сюда придем, сменим время, вернемся туда, где мы были. Да, здесь не было столько ловушек, колючих ловушек. Значит, я иду все правильно. Угу. Ништяк. Ништяк, ништяк. Так, теперь мне нужно спуститься здесь вниз. Так, здесь поднимаемся наверх. И вот он путь наш. Да? Только как мне забраться вот туда уже? Вот это уже... Ой-ой-ой, я не хотел, не хотел, не хотел. Блин, рано. В смысле? А мне больше туда никак не забраться. Ой, бля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я вам тогда таким образом. Заходим. Пробегаем. Это все дело. Так, я открыл портал где? Вот он, да, этот? Это ж ты? Эй, ты там. Эй, ты там. Кажись, нет. Кажись, мне туда не суждено попасть. Хоть... Эти карта мира. А, не, и даже через мост не вариант. Ладно, погнали выше. А как мне в это попасть? Огненный портал у нас был открыт. Ладно, погнали в горы.
Через эти я пойду. Заснеженные горы. Заснеженные горы, да, у нас есть заснеженные горы. Здоровеньки були. Здоровеньки були. Так, здесь можно было там смерть. Эй, ты же посох Рокстина. Эй, а ты, я смотрю, не торопился, да? 500 лет? Ты хотел представить себе, насколько здесь холодно? Ну, я оставлю тебя здесь когда-нибудь. В будущем ты понадобишься гонцу, сказал он. Прошло всего 15 минут, а я уже замерз и умираю от скуки. Знай, я, что ты появился через много веков, Вообще-то я вроде как бесполезен. И как ты сможешь помочь мне? Мне совсем не интересно расхаживать с оружием и хроманта. Но не знаю. Рокстин был одержим историей синих мантий. Он что-то говорил о том, что башня, которая могла тебе попасть в небеса, здесь уже не будет. И после стольких лет ожидания и в холоде моей эпической вклад в мое дело, похоже, будет заключено попросту в том, что я стану поднимать и опускать тебя, когда тебе только захочется. К облачным руинам? Да уж, это мне действительно пригодится. Ну, пойдем. Ты вправду считаешь, что владея телепортацией, я торчал бы здесь? Только ты можешь попробовать мою магию. Для этого тебе нужен амулет Рокстина. Итак, мне... Не, подожди, а облачные руины это у нас где? Ай, блин, а мне... Давай сначала горы обследую. Я думал, я посох смогу заюзывать для этого. Блин, это не то, что от чего я ожидал. Сам вниз придется спать. Придется спускаться сам вниз. Ух, тихо. Опасно. Не, ну спускаться побыстрее будет. Так, сохранение. Тихо. Так, отлично. Назад. Там у нас прохода нету, значит вниз. Значит вниз. Так, здесь только один проход. И какие здесь были сложности? Тут даже никого нет. Тихо. Блин, ну посох я нашел, а как мне осветить? Вниз. Я бы хил. Можно хил? Так, ну сколько я уже спустился? Главное, чтоб я еще... О, ништяк.
О, там два человека внизу, я только это заметил. Вот. А, помните историю? Про мальчика, что он типа до своих родителей зимой здесь, в этой локации, и вот они оказываются внизу. Это история правдива. Кажется, это было все правдиво. Раз, два, три, четыре. Так. А что я здесь мог изменить? Допустим, такой давайте пойдем. Ага. Манфред, что случилось? Привет, приятель. Это долгая и неловкая история. Небесные острова стихии в опасности. Мне нужна твоя помощь. Небесные острова стихии? Да, их жители управляют климатом нашего маленького мира. Если не поможешь им как можешь скорее, ты поймешь, что проклятие демонов меньше из своих забот. Ладно, попробуй найти помощь. Я буду здесь. Так, немного сейчас недоразумения, ладно. Возвращаемся обратно. Ага, здесь его вообще нет. Допустим. Блин, шипы не заметил. Так не достать. А через верх я мог бы как-то достать, упадя сверху. Пока не пойду, не узнаю, да? Если я смогу упасть, то, блин, это облегчит мне работу мою. Не, я там умираю. Упасть я то могу, но я там умираю. Ну я там умираю. Поэтому ну нафиг. Где мне искать спасение? Не, можно, если тут будет птица, и с этой птицей я полезу наверх, чтобы не размораживать эти фиговинки. А вот с этой же птицей, там чё туда? Кажись, нет. Допустим. Так, здесь нужно наверх. Ох, манать. Ладно, просто пронесло. Потому что я на первые две
шипом. Тогда я могу даже по шипам пройтись. Не, они все равно даже не убили. Так, теперь им нужно ниже, да? Каев. Каев. Каев, каев, каев. Так. А подойдет ли мне это время? Или мне лучше изменить на будущее? А ну? Да, мне нужно поменять на будущее. Тогда только так. Иного пути я не вижу. Ух. Я ж там сохранился, да? Отлично. Окей. Я лучше сдохну. Вот честно, я лучше здесь сдохну. Каев, каев, каев. И как вы это представляете? Я здесь пройти даже не могу. Ладно. Ладно. Ох, фух. Поехали. Ух, просто повезло, что я сразу на куле сел. Так, отлично. Что у меня выходит? Мне нужен портал. Да, мы сейчас пойдем. Я ж по идее в это здесь все, да, сделал? Да. Погнали в небеса. Тут осталось нам, по сути, две серии именно про ходьбу. Туда-сюда бегать. Еще нужно эти пособирать. Мелодики где-то. Мелодии я не знаю, где собирать. И по сути еще у нас 5 боссов.
Поехали. Да. Ракушка. Где я могу еще воспользоваться ракушкой? Я могу пойти к старшему. К старейшему. Вернуть мне чертополох. Так, эй, все получилось. Если захочешь вернуться, я буду здесь. Ты, вид просто нереальный. Прокстину, что трудно было оставить меня здесь. Но походу, что да. Так, ладно. Раз, два. Тут какой-то проход есть. Три, четыре. Пять. Шесть, семь. Ух ты ж ё. Ну поехали. Сначала побежим по прямой. А мы тогда в такой, да, играли на конце? Пипец здесь как все. Бум-бум, блю-блю. Так, первое, поехали. Показалось, что у меня сопротивление к воздуху плохой стало. Я не заметил. Так, прямо потом вниз. Отлично. Так. Теперь сюда. А внизу, я думаю, там делать мне нечего. Хотя... Просто спуститься, посмотреть, что там. Окей, тут просто у нас разрыв. Ах ты ж, ё-моё. Там ворота закрыты. Окей. Допустим. Так, сохраняемся, полетели. Меняем время. Хочу коснуться, поэтому... Не спешу. Так, прямой вверх нужно там. Здесь, да, мне нужны эти старейшины. Так, вниз. И там есть проход. Хорошо, допустим. Здесь, да, этот проход? Допустим, я вниз хочу пойти. Оп.
Так, здесь у нас просто переход. Он не срался. Потому что мне нужно наверх. Здесь летим до конца, как можно. Вот так. Здесь у нас не было прохода, а здесь у нас теперь есть. Охранялка. Ага, кайф. Это мне нужно сразу, да, падать вниз? А ну. Блин. Сложно, вот это сложно. Но здесь, я честно скажу, сложновато. Главное, там нужно без остановок. Черт. Так, временной осколок. Ниже, посередине, там большой проулок у нас. А то, вниз. Отлично. И теперь есть. Где-то здесь. А, это я уже сюда попал. Понать. Ладно, легко. Меня просто придавило из-за моей глупости. Камон. Камонён. Теперь мне нужно думать, как отхилиться. Давай, хилы. Зараза. Ладно, посрать. Отлично. Вот здесь нужно прыгать, когда это вниз. Оп. Оп. Готово. Оп. Коснули. Снова коснули. Я не знаю, как меня не коснуло. Я не кот. Давай. Оп, готово. Готово. Так, и тут знак силы. И где он? А что я тогда проходил? Ладно, плевать, хорошо. Допустим. Допустим. Мне нужно вниз попасть. Ух, тихо. Готово. Сюда. Правильно. А тут какие-то сложности. Просто бежать. У меня только сложности и вопросы, как мне попасть в лап.
Вот и единственный вопрос у меня сейчас. Так, хорошо, здесь у меня сложности не возникло. Ну, в принципе, все, мне уже души не нужны. У меня ровно два куска. Это значит, я могу купить себе уже все, что угодно. Да ё-моё. Так, вот этого я не помню момента. Ладно. Давайте, короче, здесь остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. Не-не, давайте сначала улучшу до конца. Все. Тебе что-нибудь. Все, а улучшения больше нету. Это обычные атаки, потом бу, заряжены. Сколько мне? 15 штук еще осталось. В смысле? 15 штук. 2. 2. 5. 5, 6. Нихера себе, 6 еще где-то целых... Еще где-то 9 штук. Ну ладно, допустим, здесь, да, у нас спрятано? В темной. Потом там в темной еще что-то проход есть, я вижу. А дальше что? Ладно. В принципе, как-то так, поэтому... Всем пока.